У нас есть очень важный вопрос, это вопрос о Протасевиче, о том, как быть, как реагировать на это. Понятно, что мальчишка добрый, хороший, но очень изнеженный, очень слабый. И вот, знаешь, Оль, я наблюдал своими глазами, как вскрывают и наполняют новым содержимым бывалых диссидентов. Я наблюдал за этим. У меня была возможность выучить методы. Там действительно из матерых волков диссидентщины делали студень, кисель, перловую кашу без проблем. Настолько методы легки, и настолько при этом, в общем, никого даже не надо бить, а достаточно владеть вот этим вот искусством. Поймите, вот в ту секунду, когда вы первый раз поверили чекисту, вы образовали щель, и в эту щель будет засунут специальный инструмент, и вас вычерпают изнутри, потому что все, что вы услышите, это всем вообще, это всем полезно знать, не только мне, все, что вы услышите на допросах, это всегда ложь. Если он будет говорить, что он сочувствует вам, это ложь. Если он будет говорить вам, что он поможет вам, это ложь. Они не помогут, и в результате срок не будет меньше, но будет и позор, и срок. Вот на этом его и поймали, в общем. Хотя Беларусь, ты знаешь, она остается прекрасна, как была, все равно, да? И, как всегда, настоящее мужество в Беларуси показывают женщины, а не эти существа с усами и яйцами. Мне прислали протокол ответа сегодня или вчера в суде белорусской дамы, да, Полины Шаренда, которая в суде отвечает там. Ей суд говорит: встаньте, пожалуйста. Она говорит: перед бандитами не встаю. С какого дня под стражей? Захвачено 3 января. Что вы хотите заявить по составу суда? Вы не суд. Вы заявляете мне отвод, спрашивает судья. Я заявляю всей системе. Вы вину признаете? Она говорит, что дать отпор бандиту – честь и обязанность каждого гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная. Обвиняемая, иск признаете? У меня встречный вопрос. Вам не стыдно? То есть вот белорусские женщины, они себя ведут явно лучше белорусских мужчин, в связи с чем опять и в которой, даже если этот флаг будет запрещен на территории Российской Федерации тоже как экстремизм, я буду носить его в кармане. Вот в этом, да? Обещаю, на каждом выпуске он будет со мной.